Время новостей на телеканале «Север», в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте. И в этом выпуске. Непогода внесла свои коррективы в работу зимней автодороги на Ринмарусинск. Движение запрещено для всех видов транспорта. 9 февраля в России отмечается День гражданской авиации. Стратегию развития Наринмарского объединенного авиаотряда обсудил губернатор с генеральным директором предприятия. Искусственные снежные горы – многолетняя проблема не только для пешеходов, но и для водителей. Именно из-за таких преград автомобилистам трудно оценивать дорожную обстановку. За прошедшие сутки в регионе выявлено 98 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 17 – дети. В числе заболевших – жители Наринмара и поселка Искателей. Два пациента скончались. Как сообщает Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа, сейчас на лечении в стационаре окружной больницы находится 51 пациент с коронавирусной инфекцией. Еще 1020 жителей лечатся на дому. В регионе зарегистрировано 92 летальных исхода от коронавируса. Напомним, что в Ненецком округе обязателен масочный режим. Введена система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Действует постановление главного государственного санитарного врача ПАНАУ об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемиологии. Показаниям. 9 февраля зимник Наринмар-Усинск закрыли для всех видов транспорта. Движение временно ограничено до 19.00 10 февраля. Ограничения связаны с погодными условиями, метелью и недостаточной видимостью. Напомним, в этом году обустройством и содержанием автодороги занимается компания «Техносфера». Протяженность зимника чуть больше 30 километров. Он состоит из двух частей – в обход нулевого и второго участка строящейся дороги. На зимнике есть пункты обогрева – теплые балки, где можно согреться, поесть, поспать и принять душ. Уточнить информацию о работах, которые ведутся на зимнике, а также о состоянии и содержании круглосуточной зимней автодороги можно по номеру телефона, который вы видите на своем экране. Развитие сел, программу социальной дегазификации, а также будущее одной из оленеводческих общин обсудили на еженедельном совещании губернатора региона Юрия Бездудного с руководителями органов власти. Наталья Дуркина продолжит тему. Опять под нож. Ситуация, которая складывается в семейно-родовой общине Сармик, стала одной из самых обсуждаемых. Опять прошла какая-то информация, что опять стадо под нож пытаются пустить. Объясните, пожалуйста, что за ситуация? Мы все время говорим о том, что оленеводам помогаем, что будем помогать, что оленеводство – главная отрасль сельского хозяйства. Но, правда, не хотелось бы, чтобы под нож уходило стадо, тем более, если большое. Мы должны сохранять поголовье. Я уже не говорю о маточном поголовье. Ну, это обязательно нужно сохранять. В свою очередь Альберт Чебдаров уверил, что стадо будет сохранено. Причина, по которой они внезапно для всех, потому что даже их соседи об этом не знали, что абсолютно спонтанно, внезапно с этого года решили сократить свое стадо и направить на мясо, условно говоря. В связи с тем, что уже есть усталость и пенсионный возраст, и нежелание, ну, тяжелый труд в тундре, естественно, было нежелание работать. Но сейчас путем переговоров удалось, во-первых, мы остановили убой. На данный момент принят ряд мер. Ведутся переговоры с соседними общинами, чтобы те выкупили стадо и тем самым сохранили поголовье. Следующий вопрос еженедельного совещания касался развития сел. Касается это не только благоустройства территории, но и инфраструктурных проектов. В этом году мы начали с малого. Это у нас Пёрский сельсовет успешно подал заявки и получил, ну, не настолько большую сумму, но все же значимую, порядка 1 000 000 рублей 96 тысяч на обустройство деревянных тротуаров и установку опор освещения на улицах. Это и консоли триколор «Салют», и световые панно в деревнях Верхняя Пёрша и деревня Волоковая. То есть мы уже заключили соглашение с муниципальным образованием и с этого начнем реализацию. Также в 2024 году будут выделены средства в размере более 300 миллионов рублей на обновление и модернизацию котельных и тепловых коммуникаций. Всем департаментам надо работать с главами поселений, помогать им. Очень многие вопросы требуют вашей помощи. Не всегда главы могут сами толкать эти вопросы. Им нужна помощь. Поэтому нацельте всех специалистов своего департамента на то, чтобы помогали главам поселений в этом вопросе. Далее обсудили реализацию в регионе программы социальной догазификации. На портале госуслуг появился новый сервис, посредством которого пользователи могут подать заявление на бесплатное подключение земельных участков к сети газораспределения в рамках этой программы. У нас
с начала реализации программы было подано 26 заявок. 17 из них подошли под условия дегазификации, и 14 уже выполнены. То есть 3 еще остаются на март. В марте будут они все закрыты, эти 17. А оставшиеся 9, они не подошли под условия дегазификации социальной, только из-за того, что объект капитального строительства не зарегистрирован в установленной форме в Росреестр. Как только граждане его регистрируют, этот объект, обращаются с повторно заявлением, и, соответственно, им будет выполнена социальная дегазификация. В рейтинге регионов по исполнению программы социальной догазификации Ненецкий округ занимает лидирующую позицию. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». В День гражданской авиации, который отмечается в России 9 февраля, губернатор Ненецкого автономного округа приехал в Наринмарский объединенный авиаотряд, чтобы поздравить авиаторов с праздником, отметить лучших сотрудников за профессиональные достижения, обсудить стратегию развития с генеральным директором предприятия. Занимаюсь проверкой качества поступившего топлива. Техник-лаборант Татьяна Смольникова в профессии более 50 лет. В лаборатории расходного склада горюче-смазочных материалов авиапредприятия работает 16. В ее обязанности входит проверка на соответствие ГОСТам бензина, который используется в самолетах Ан-2, и авиакеросина, которым заправляют самолеты большего класса и вертолеты. Проверяем также всякие жидкости, которые идут, например, порошок утопливает самолеты, так? Потом водоконсоляционная жидкость, которую добавляют, чтобы воду из микромолекулы воды какие-то захватить, чтобы не было там каких-то колоссов, чтобы не сбивались фильтры и так далее и тому подобное. Потом масла проверяем, всякие гидрожидкость, которые в гидросистемах используются. Авиапассажиры и экипажи могут быть уверены в своей безопасности. Воздушные суда заправляют только качественным авиационным топливом и используют только проверенные горюче-смазочные материалы, благодаря многоступенчатому контролю. Первую пробу мы берем, если это приходит керосин, он приходит в танкеры. Берем пробу из танкера. После перекачки мы берем пробу из наших емкостей, вот эти по 2000 и 5000. Когда топливо автоцистерной привозится сюда, оно сливается в емкости, 6 десяток у нас там стоит, опять берем анализ. И, кроме этого, перед каждым вылетом воздушного судна после подачи топлива в топливозаправщик делается еще один контрольный забор. Губернатор округа также побывал в ангаре, где ремонтируют вертолеты Ми-8, и на почтово-грузовом складе. А в День гражданской авиации Юрий Бездудный вручил почетную грамоту администрации Ненецкого автономного округа за вклад в развитие авиации начальнику инспекции по безопасности полетов Михаилу Бондарю. Благодарственные письма начальнику службы электрико-светотехнического обеспечения полетов Артему Могутову и начальнику службы организации пассажирских перевозок Елене Дегущак. Во время обсуждения стратегии развития авиапредприятия с его генеральным директором Валерием Оступчуком глава региона отметил, что Нарьинмарский объединенный авиаотряд – это одно из главных стратегических предприятий Ненецкого округа. Без авиаперевозок мы не сможем ни пассажиров перевезти, ни забрать больных из населенных пунктов, ни доставить продукты. В ходе рабочей встречи стороны обсудили основные направления развития предприятия на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Ольга Русул, Александра Литкова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Искусственные снежные горы – многолетняя проблема не только для пешеходов, но и для водителей. Именно из-за таких преград автомобилистам трудно оценивать дорожную обстановку. Каким последствиям это может привести, расскажет Василий Хатанзейский. На кадрах видеорегистратора одного из участников дорожного движения видно, как машина, выезжая со второстепенной дороги на главную, создает аварийную ситуацию. И это не единичный случай. Основными недостатками являются наличие сформированных снежных валов, что мешает обзорности водителей, да, и является одним из факторов совершения дорожно-транспортного происшествия на территории округа. Только за январь текущего года по результатам проверок в адрес дорожных организаций сотрудники ГИБДД вынесли 19 предписаний. Также возбуждено 8 административных материалов. Выписано штрафов на общую сумму 35 тысяч рублей. Помимо проверок на дорогах в городе и поселке Искателей, сотрудники госавтоинспекции выезжали на дорогу на Наринмар-Усинск, где также были выявлены нарушения. Возбуждено 2 административных дела и вынесено 2 предписания на устранение выявленных недостатков. Выявлен ряд недостатков. Данные недостатки зафиксированы в установленном порядке и будут приниматься соответствующие решения по устранению данных недостатков.
Данное направление деятельности поставлено на особый контроль руководства управления Министерства внутренних дел по Ненецкому округу, а также госавтоинспекции. В этом году по сравнению с предыдущими наблюдается большое количество осадков, которые создают немало неудобств автовладельцам и пешеходам. Чистый год работает у нас в трехсменном режиме, но полноценной смены мы не можем собрать из-за того, что у нас много заболевших среди работников. И транспортного участка, и дорожного участка. Как бы выйти на полноценный режим мы пока еще не можем, но потихонечку будут выходить. Я думаю, что на следующей неделе полегче будет. В настоящее время на уборку города брошены все возможные силы. Только за январь этого года чистый город вывез более 25 тонн снега. Василий Хатанзейский, Леонид Шишилов, телеканал «Север». 9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Специфика работы требует от врача-стоматолога предельной внимательности, терпения и доброго отношения к пациентам. Об особенностях профессии расскажем далее. В Ненецкой окружной стоматологической поликлинике работают профессионалы своего дела. Выполняют все как ювелиры. Молодой специалист Евгений Михеев работает врачом-стоматологом 1,5 года. Окончил Северный государственный медицинский университет в Архангельске. Евгений всегда хотел стать врачом, но специализацию выбрал не сразу. Врачом я хотел быть, да, с детства. Очень долго думал, каким. То есть сначала планировал поступать на лечебный факультет, но потом в более осознанном возрасте понял, что стоматология мне все-таки ближе и пошел учиться на стоматологический факультет. Практиковать начал еще будучи студентом-третьекурсником. Профессия стоматолога сегодня очень востребована. Число людей, у которых возникают проблемы с зубами, с каждым годом неизменно растет. Это связано с тем, что экология ухудшается, большинство не придерживаются правильного и сбалансированного питания, а также пренебрегают проведением регулярной и качественной гигиены полости рта. Это приводит к распространенному зубному заболеванию. Это кариес и его осложнение, то есть пульпит, периодонтит. Ну, иногда бывают микариозные поражения, то есть клиновидные дефекты, некрозы и прочее. Гузель Ганиева окончила Башкирский государственный медицинский университет. В профессии уже 7-й год. На вопрос, что привлекает в работе, искренне отвечает. Наверное, то, что мы помогаем людям избавиться от острой боли, восстанавливать эстетику, красиво улыбаться, чтобы у людей здоровые зубки были. Избавляем от проблем, от кариесов, от боли. И получаем взамен спасибо, благодарность пациентов. Стоматолог ежедневно принимает десятки пациентов с разными жалобами. От воспаления десен до самых тяжелых форм кариеса. Зубы – чувствительный орган, элемент челюстной системы, который постоянно подвергается интенсивному воздействию и требует тщательного ухода. Стоматологи осуществляют профилактику болезни ротовой полости и лечат зубы, находящиеся на грани разрушения. Зачастую к стоматологам обращаются из эстетических соображений. Есть в работе свои тонкости и нюансы. Каждому пациенту нужен свой подход. Даже взрослых мужчин порой приходится успокаивать как маленьких. Не случайно врачи-стоматологи считаются самыми добрыми и терпеливыми. Такая специфика. Пациенты, конечно, надо быть психологом, не только врачом. Бояться, успокаивать пациента, разговаривать с ним, слушать их проблемы, помогать, конечно же, в их страхе, побеждать этот страх. И чтобы для врача самое же лучшее, когда человек встает с кресла со спокойной душой, говорит спасибо и уходит, решив свою проблему. История возникновения профессии стоматолога уходит своими корнями далеко в прошлое. Впервые упоминания о зубных болезнях появились в трудах Гиппократа. Причем он предлагал устранять их с помощью каленого железа. В те времена многие люди страдали от зубной боли, и смертность от обычного флюса была достаточно велика. В России уже данная отрасль знаний пришла во времена правления Петра I. Именно он ввел профессию стоматолога официально. С данного момента в нашем государстве начинается стремительное развитие стоматологического дела. В 1881 году в Санкт-Петербурге появляется первое учебное заведение, которое готовит будущих стоматологов. За ним подобное учреждение открывается по всей территории государства. Современная стоматология – это высокотехнологичная наука, которая постоянно совершенствует методы лечения и профилактики заболеваний полости рта. Даже утрата зуба теперь не проблема, ведь существует протезирование, наращивание и многие другие процедуры, направленные на создание идеальной голливудской улыбки для каждого человека. Анастасия Евтыса, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Хранитель ненецких традиций. В Наринмаре побывал Хадри Акатета. Уроженец Ямала рассказал о своих проектах, направленных на популяризацию ненецкой культуры. Подробнее расскажет Катрина Тайбарей. В
Вы когда-нибудь задавались вопросом, как дикие животные попадают на съемочную группу? К примеру, в легендарном клипе команды Мигеля два волка взаимодействуют с танцорами. Так вот, эти животные не были дикими. Они обитатели ковчега Хадрия Катета, место, где рождаются животные-актеры. У нас в проекте есть животные, и в основном это животные-актеры, которые снимаются в кино, в фотосессиях, в рекламе и многом-многом другом. И при этом мы еще проводим экскурсии, занятия, связанные с ненецкой культурой. Я обучаю традиционным ремеслам, создаю бубны, другие музыкальные инструменты, национальную одежду, костюмы. На базе ковчега содержатся собаки, лисы, волки, олени, различные птицы, лошади, ослы, козлы, быки и даже верблюд. Всего поголовье насчитывает более 300 животных. И почему по вкусу сладок осадок от града? И почему проходит время и новому рада? Что это, блин, за правда, если вечно не стало баллад? Отмечу, что все обитатели были рождены рядом с человеком, а не выловлены из дикой природы. Проект «Ковчег» существует уже более 15 лет. Как говорит сам Хадрия Катета, животные тоже требуют общения и активной социальной жизни. Что животному нужно? Он вкусно, сытно питается, и при этом у него есть активная жизнь, то есть как у человека, да. Тут съемки, тут общение с разными людьми, он обучается каким-то новым навыкам. Того же оленя научить стоять на фотосессии на одном месте, да, как вот на картинке, то есть в заданной позиции, это определенное умение. Своей главной задачей Хадри считает не только сохранение национальных традиций в современном мире, но и чтобы люди стали ближе к своим корням, не утратили свою идентичность и не забывали о главном – своем происхождении. Это такая более глобальная задача. И еще одно, наверное, направление – это научить людей общаться с природой и общаться с живыми существами, в том числе с животными, которые находятся вокруг нас. Потому что, как правило, люди не знают, что... Животные тоже умеют общаться. Животным тоже нужно внимание, да? В проекте «Ковчег» также есть настоящее стойбище Илир, которое находится в Подмосковье. Здесь хранители культуры знакомят посетителей с обычаями, традициями и укладом жизни северных народов. Рассказываем про основу жизни, основу оленеводства. Зачем это вообще человеку нужно было и нужно сейчас? Потому что на сегодняшний день ненцы – самый кочующий народ в мире. И у нас самое большое поголовье домашних оленей. Уроженец Ямало-Ненецкого округа в настоящее время живет в столице и популяризирует культуры коренных малочисленных народов Севера по всей России и даже за ее пределами. Катрина Тайбарей, Дмитрий Семяшкин, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.